Дорогие друзья, мы накануне встречи нового 2016 года. Оценивая год уходящий, мы смотрим на него, каким он был. Он был непростым, сложным, наполнен самыми разными событиями, и драматичными, и трагичными. Но в то же время это был год, озаренный величием важнейшей даты, 70-летия Великой Победы, Великой Отечественной войне. Именно на нашей героической Ижорской земле шла оборона города Ленинграда. Ижорские батальоны, покрывшие себя неувидаемой славой, защищали город Ленинград. На нашей земле 775 лет назад Александр Невский совершил одну из первых славных страниц подвигов русского воинства. Это был год напряженной работы в сложных экономических условиях наших промышленных предприятий. Мы с удовлетворением и гордостью говорим о том, что по итогам года прирост промышленного производства в районе составил более 30%. Встречая 2016 год, мы смотрим на него с верой и оптимизмом. То, что мы все преодолеем, мы сделаем все для того, чтобы район становился краше. Мы и будем впредь гордиться нашими успехами, нашим районом. Я хочу пожелать всем, прежде всего, здоровья, счастья, благополучия в каждой семье, в каждом доме, чтобы была уверенность в завтрашнем дне и было тепло и хорошо сегодня. С наступающим Новым годом! Счастья и радости, дорогие друзья, в 2016 году!